25 сентября на Воробьиной горе в поселке Белореченский стартует двухэтапный легкоатлетический трейл в рамках серии ночных забегов «Солнечные ночи 2021». Первые соревнования пройдут в субботу в 11 часов. В 6 возрастных группах участники будут состязаться на дистанциях 5 и 10 тысяч метров. Всем, кто прошел предварительную регистрацию, положен так называемый стартовый пакет. В нем футболка и половинка медали финишера. Вторую половинку необычной награды участник получит после прохождения второй серии стартов. Когда она состоится и что в себя будет включать, народное телевидение узнало у председателя городского спорткомитета Елены Минченковой. На вторую серию стартов, которая состоится 10 октября, это полумарафон, бег по стадиону, и также 10 километров, будет вторая половинка медали, которая складывается в одну единую медаль и вручается участнику, каждому участнику. И вот такой специально сделанный баф, который также вручается каждому участнику на севере бегать. Принять участие в обоих этапах соревнований могут спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача, а также договор страхования от несчастных случаев. Кроме того, необходимо оплатить стартовый взнос и пройти онлайн-регистрацию. Ссылку на интернет-страницу, а также номера телефонов, с помощью которых можно узнать больше подробностей, вы видите на своих экранах.